Dance Channel TV got a chance to come to the Russian Moscow, and behind me is the Bolshoi Theater, where we got a chance to interview Nikolai Tsitskaridze, a principal dancer of the Bolshoi Ballet. Я в детстве сказал, что вот я, придя вот в это здание первый раз, ткнув на сцену, здесь шел щелкунчик, я ткнул пальцем в главного героя и сказал, вот я буду танцевать на этом месте. Ровно через 10 лет с той балериной, которую вот я смотрел как ребенок, Наталья Архипова, она меня вывела на сцену в партии принца. Я никогда в жизни бы не делал бы эти все вещи, если бы я не мог себе представить, что я буду вот здесь самым главным. Мое желание быть артистом совпало с очень удивительной вещью, что я не из семьи артистов, что когда меня привели все-таки проверить, есть ли способности, оказалось, что способности, ну, такие достаточно экстраординарные. Этого никто не знал. Случайность была, вот просто мое желание совпало с тем, что были способности. А потом еще, ну, наверное, в этом была какая-то судьба, мне попадались самые великие педагоги, которые были на территории Советского Союза. Я был последним учеником у всех. Вот у всех самых великих я был последним. Это судьба, к сожалению, но... А потом, когда ты уже занимаешься...